Компания Ростелеком – это довольно-таки известный игрок на рынке интернета. У нас в компании есть подразделение, которое называется группа активных продаж. Это наши, скажем так, боевые сотрудники, которые приносят новые подключения, перемещаются по территории, обеспечивают расклейку рекламы на территории. То есть это те люди, которые продвигают наши услуги непосредственно в массы, там, непосредственно до конечного абонента. То есть люди работают в полях, продают хороший интернет, а что им дает взамен компания? Ну, Ростелеком, как я уже сказал, это крупная компания, и как любая крупная компания, она дает, во-первых, достойную зарплату, во-вторых, она дает возможность работать в любое удобное время. То есть это очень выгодно студентам, которые в свободное время могут использовать, вернее, свое свободное время могут использовать для того, чтобы заработать. И что очень важно, мы даем бесплатное обучение продажам, потому что в любой компании это стоит достаточно серьезных денег. Мы же даем это бесплатно. И в дальнейшем это очень серьезно может помочь начинающему студенту для того, чтобы сделать какой-то рывок в этом направлении в дальнейшем жизни. Насколько долго проходит обучение? Обучение у нас на самом деле ведется постоянно. Базовое обучение у нас занимает буквально пару дней, то есть по 3-4 часа. И уже после этих двух дней уже человек, во-первых, знает наши услуги, он знает, как продавать, но в любом случае это нужно постоянно оттачивать. Эти навыки. Поэтому, в принципе, обучение проводится постоянно. Ранее ваш коллега говорил о хороших условиях. Давайте чуть-чуть подробнее пройдемся вот по заработной плате. На какую сумму человек может рассчитывать, приходя работать в Ростелеком? Значит, по поводу суммы. Сумма будет зависеть в первую очередь от того, какое количество времени агент уделяет работе. Первое, за что получает агент вознаграждение, это за продажу услуг. Да, это интернет, телевидение, мобильная связь. Три основных составляющих, за которые платим мы деньги агенту. А второе, что он может получать, это расклейка территории. То есть у нас есть определенный договор, согласно которому агент, разнося рекламу по территории, да, расклеивая в подъездах и разнося ее по почтовым ящикам, получает определенное вознаграждение. Определенное вознаграждение в размере там, 50 копеек за одну листовку. Uh-huh. Максимальное, что может сделать агент в месяц, это 10 тысяч рублей, то есть 20 тысяч домохозяйств. В нашем случае агент клеится именно со своим номером, разносит рекламу со своим номером, звонки от потенциальных клиентов поступают непосредственно ему. И, соответственно, принимая заявку и подключая абонента, он получает еще дополнительно стандартное агентское вознаграждение. То есть двойная мотивация получается. Uh-huh. И третий вид мотивации – это работа по графику. Если агент в течение месяца отработал 20 смен стандартно, да, и у него есть продажи, он получает еще дополнительно 7 тысяч рублей при условии выполнения плана продаж за эти 20 рабочих дней. Зарплаты разобрались, а по графику? Как у вас с графиком дела? График у нас на самом деле плавающий. То есть если человек занимается расклейкой, он может в принципе отработать там, ну не знаю, взял себе территорию. Когда человек работает по расклейке, у него нет как такового графика. Uh-huh. Ему выдается определенный объем территории, как мы уже говорили, там 20 тысяч домохозяйств. Да? И он эти 20 тысяч домохозяйств в течение месяца должен заклеить. Естественно, реклама должна быть на момент проверки с фотоотчетностью и прочим. Вот. В этом случае он гарантированно получает свои там, 10 тысяч рублей за эту расклейку. Если он работает по графику, он готов там, получать 7 тысяч рублей за график, вот, про который я вторая мотивация дополнительно говорил, то здесь, да, здесь он должен работать минимум 20 смен. Для новичков, конечно же, делается послабление. Человек, который пришел к нам первый месяц, он может отработать полмесяца, то есть 10 смен, и уже претендовать на эти 7 тысяч рублей. Mm-hmm. Но опять же, при условии того, что он в первый месяц сделает там свои 4 продажи. Mm-hmm. А по условиям на месте, так сказать, чем обеспечивать? У нас есть комната отдыха для агентов, вы ее, наверное, уже видели. Да, установлена приставка PlayStation там, с большим количеством игр. Это уже вот наша была такая прихоть в прошлом году, мы на сэкономленные деньги купили агентам приставку. Пользуется популярностью? Пользуется довольно, не только среди агентов, пользуется, да. То есть и там и супервайзеры иногда в обед могут, там вечером вполне себе в нерабочее время, пожалуйста, поиграть. Турниры организовывают периодически. Вот, ну чай, кофе, комната приема пищи тоже она присутствует. Да, и офис у нас один из самых современных, если брать, ну, мы вот с Олегом по многим регионам поездили, покатались уже по России.
Я за 10 лет работы в ГАПе, не знаю, по-моему, по всей Центральной России уже проехался. Точно могу сказать, что ни у кого такого офиса нет. Ну и в ближайшее время точно не будет. Даже в Москве? Даже в Москве. Расскажите, как вам работается в Ростелекоме? Да, замечательно. Хорошая оплата, достойные условия и, что самое важное, совмещается с учебой. В Ростелекоме хорошо? Ну, конечно же, хорошо. Эта компания позволяет нам не только увеличивать уровень своего дохода, но и также развиваться так активно, как только вы хотите. А когда трудоустраивались, все получили, что обещали? Ни с чем не обманули? Я получил даже больше.